Акция «Внимание, мотоциклист» уже стала традиционной в Иванове. В силу сезонности использования мототранспорта автомобилисты за зиму отвыкают от присутствия на дорогах своих двухколесных собратьев. Акция нужна, чтобы напомнить им об этом. Мы просим водителей чаще смотреть в зеркала, включать поворотники перед маневрами, перед перестроениями, а также быть более внимательными к двухколесным участникам дорожного движения. Так как мототранспорт более маневренный, чем автомобиль, и поэтому водитель не всегда может ожидать внезапного появления мотоциклиста на его полосе движения. Соблюдая эти нехитрые правила, можно действительно спасти жизнь человеку на мотоцикле, скутере или даже велосипеде. Автолюбители не должны забывать, на железных конях живые люди. Их точно так же ждут дома. Наибольшее количество ДТП приходится на начало сезона, вот весной, потому что за зиму многие автомобилисты забывают о существовании на дорогах двухколесных транспортных средств. Хочется, чтобы наши любимые мужья, парни, мотоциклисты всегда все-таки возвращались домой в целости, целыми невредимыми. Сломать стереотип о грубых байкерах – еще одна задача акции. Листовки с благодарностью всем, кто посмотрел в зеркала, включил поворотник перед перестроением или подвинулся в пробке, дав дорогу мотоциклисту, участники акции раздавали исключительно вежливо и благожелательно. Здравствуйте! Проходит акция у нас. Внимание, мотоциклист. Хорошо. То есть прочитаю, буду внимательным. Просто взаимоуважение, то есть и мы будем аккуратнее. До свидания, счастливой дороги. На этот раз мотоциклисты своей акции решили охватить еще большую целевую аудиторию. Помимо листовок, планируют еще один способ агитации. В этом году мы решили не просто раздавать листовки, но и с целью более широкого охвата аудитории, целевой аудитории, мы решили установить билборды с социальной рекламой на тему безопасности мотодвижения. Их совсем скоро установят на нескольких пригородных трассах. Вообще у автомобилистов к двухколесным ездокам есть и свои претензии. Ведь зачастую мотоциклисты сами нарушают правила обгона или превышают скорость. На это байкеры отвечают, чтобы конфликтов на дороге не возникало. Все, вне зависимости от количества колес, должны быть взаимовежливыми и уважать своих коллег по дорожному движению. Тогда и столкновений, интересов, авто- и мотобратья не будет. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.